Вот, буду я начинать уже готовить ризотто. Заранее приготовила базиликовое песто. О, кстати, у меня дома не было кедровых орешков, поэтому я сделала его с пеканскими орешками. И получился, на самом деле, очень вкусный песто получилось. Так что я даже как бы думаю, что я так в будущем буду делать с пеканским орехом, а не с кедровыми. Как я сделала? Я просто обжарила пеканский орех. А потом в блендере все это смиксовала вместе с оливковым маслом, чесноком, сыром типа пармезан, базиликом. Пробуйте на вкус, потому что сыр мне был довольно соленый, мне солить не надо было. Если сыр не соленый, тогда как бы посолите. И что примерно такой вот там, по консистенции такой получился. Ну, там где-то есть кусочки, ну ничего страшного. Зубки есть, перемолим. Ладно, все, буду начинать готовить. Уже примерно там все там, короче, почистила. И буду готовить ризотто с тыквой.